очередное задание по ликвидации преступника. Заказчик – станция Illusion Vision. Преступник по имени Джон Никсон не дает покоя нашим торговцам. Многочисленные жалобы имперских корпораций, которые потеряли немало своих торговых кораблей, заставили полицию и даже государство отреагировать немедленно и ликвидировать особо опасного преступника. Наш корабль «Игл», что в переводе «Орел». В нашем случае наше преимущество заключается в скорости. Как вы знаете, «Игл» – один из самых скоростных кораблей во всей элите. Принимаем задание и в путь. Наша миссия разделена на две части. В первой части нам необходимо найти, собственно, самого пирата, а во второй части мы займемся его ликвидацией. Disengage. Через некоторое время мы получили сообщение, что наша цель находится в этой системе. Weapons. Configuring for attack. Lock. Target locked. Теперь нам осталось выяснить, наша ли это цель. Это она. Поехали. Engines. Flight assist off. Flight assistance is now offline. Так, пока отделимся от него. Скорее всего, он сейчас будет пускать по нам ракеты. Prepare to fight. Preparing now. Уходим. Boost. Так, походу у нас проблемы. Он сейчас от нас не отстанет. Давайте сделаем следующее. У меня стоит галочка. Когда по нам стреляют, то придут менты на помощь. Ну, если мы, конечно, будем находиться где-то в Империи, либо в Федерации. В общем, будем надеяться на их приход, на их прилет по-быстрому. Пока будем тянуть время. Отходим от него. Меняем энергию. Ракета пошла. Отлично. Boost engines. Тянем, тянем, тянем время. Вторая ракета пошла. Уходим от нее. У нас стоит противоракетная оборона, как обычно. Как я всегда люблю это ставить. Оно очень сильно помогает. Ну, по крайней мере, помогало пока. До сегодняшних дней. Третья ракета пошла. Да, походу у нас нет никаких шансов, ребят. Нам надо ждать ментов. Давайте, менты, быстренько, быстренько. Ну, ждем вас, я уже вызвал. Позвонил 112. 911. Четвертая ракета пошла. Боже мой, если она сейчас нас нахрен настигнет, то, возможно, он нас может ваншотнуть, так как у нас с щитами проблемы, у нас же легкий корабль. Буст. Так, давайте взглянем, что у него там находится. Ага. Понятно. В общем, ну, такой прокачанный чувачок. Это не тот, который у нас был в первой, да, серии. Помните, мы там тоже мочканули одну анаконду, тоже ранг элит. Тут чуть-чуть по-другому все. Блин, нон-стопом ракетами просто у нас пуляет. Давайте, давайте. Сделаем так, чтобы он все свои боеприпасы израсходовал, а потом уже после мы начнем его... Опа, уходим. Уходим, уходим, уходим. Смотрите, какие лаги, да, сразу пошли, когда по нам попадают, то у нас фризы появляются в кабине. Так, он наши щиты уже почти снес, ребята, наши щиты уже почти снесли. Блин, очередная ракета пошла. Так, у нас ассист отключен. Прекрасно. Драйв, драйв, может быть, давайте вот... Опа, слышали, да? Это наша противоракетная оборона отбилась. Видите, уже менты подъехали, нормально. Подкатили, как говорится, подлетели к нам. И будем ждать сейчас, пока они с ним не начнут, да, там, хлестаться, а потом после мы уже подключимся. Короче, отходим. Просто отходим, просто уходим. Отвлекаем и так далее. Блин, еще одна ракета пошла. Я, блин, прям боюсь этих ракет. У него что там? Целый склад, что ли, этих боеприпасов? Так, уходим, уходим. Сейчас давайте посмотрим, как он...
очередная ракета пошла. Ну, понятно с ним. Все с ним понятно. Ну что ж, очень долго мы с ним бьемся. Но мы ему уже щиты сняли. Как видите, менты тоже по ним начали потихонечку вести огонь. Так, давайте еще раз попробуем отойти, а уже потом непосредственно пойдем на него. Все, ребята, я думаю, хватит уже смываться от него. Будем непосредственно вести с ним близкий контакт. О, мы по своим попали, мы по ментам попали, они теперь нам все красные. Это ГГ, это походу все. Блин, как я мог этого допустить? Продолжаем битву. Менты нам красные. Но пока они вроде бы нас не пытаются убить. Но Wanted уже стоит у нас. За нашу голову назначили награду. Тем не менее, мы уже потихонечку справляемся с анакондой. Это основная цель наша. Сейчас постараемся ее быстренько расшатать. И... ну... еще чуть-чуть осталось, смотрите, она уже почти практически вся горит, уже не может двигаться нормально, просто держит орбиту вокруг себя. По всей видимости, у него двигатели повреждены. Это будет классно, если мы иглом, ну понятно, да, что не мы одни, минты нам помогли, но тем не менее, иглом, а игл, сами знаете, самый дешевый корабль, одни из самых дешевых кораблей, так нам щиты уже пробили, осталось немного, у нас даже уже пушки перегреваются. Ну, ну. Так, все, делаем ноги. Просто делаем ноги. Ну-ка, Астра, давай, буст. Yes, captain. Буст again. Полный вперед, Астра. Ну что ж, друзья, нам удалось одолеть особого опасного преступника. Конечно, мы там были не одни. Нам помогли менты, да? Ну, тем не менее, попытка не пытка, и нам это удалось сделать. Всем спасибо. До скорых встреч.